Энди сразу. Ого, еще и здесь. Нам нужна для этих дел пила. Ха, двоих мы сразу разрезали. Так, а с этим я справлюсь сам. Ну ладно, ладно. Вау, это же босс, ребята. Что? Ты чё такое? Всем привет, ребята! Меня зовут Спуди-Дуди-Ду, и мы с красным шариком побываем в необычном лесу, в котором обитают зомби, ребята, и мы сейчас их вместе будем убивать, вот они! Вау, ну убивать, конечно, плохо сказано, просто лопать, так как они очень смешные. Так, и лопать мы будем их от смеха, наверное. Ребят, я надеюсь, вам очень понравится эта серия, и специально для вас я спрятал небольшой секретик. Если вы его найдете, то вы попадете в следующее видео. Напишите об этом в комментарии. Так, а это чудище что? Пила какая-то? О, смотрите, ребята, это же клубничка там внизу. Кто любит клубничку, ставьте лайк. Так, иди сюда, зомбачочек. Еще один бабон. Все, ребята, всех мы их смогли победить. Отлично, забираем наши две звездочки и поехали дальше. Так, раз зомбачок, два зомбачок. Ребят, смотрите, будет очень интересно. Будет новый босс. Так что, не теряйте время. Поехали, поехали, поехали. Прыжок. Есть. И теперь мы добрались на самый верх. Смотрите, какая там клубничка. Он мне что, язык показывал? Ты что мне язык показываешь свой, а? Ах ты, зомби. Так, нужно быстрее, быстрее бревно это скидывать. Давай, 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 давай. Есть, теперь мы пройдем дальше. Ого, вот это оно его распилило. Мне чуть глаз на лоб не вылез. Хотя он и так там. Ай! Ты что, мне хотел придавить, зомбачок? Ты смотрите какой. Ха, не так все будет просто. Эй, давай запрыгивай уже. Ну уже, хоп, готово. Берем флажочек и отправляемся дальше. Смотрите, сколько внизу клубники. Почему я не могу ее покушать? Так, в деревьях растет какая-то кукурузка. Ай, ты что, ниндзя-зомби? Ты откуда тут взялся? А, вот это у него глаза какие огромные становятся. А ну-ка, держи. Все, ребят, мы его лопнули и теперь поехали дальше. Смешной какой-то зомби. Так, поднимемся. Ой. Получайте, зомбачки. Так, раз, два. Эй. А то я уже думал, что промазываю, но нет. Мы, ребята, точно попадем. Вау, что это за такие штуковины? Это мне как, надо на них что ли перепрыгивать? Ну ладно, сейчас все сделаем. Оп, есть, теперь туда. Ура! Так, ха, вот это мы его придавили. Прямо в лепешку. Такую лепешку, что даже непонятно, что там был зомби. Он прямо взорвался, так бабах. Так, ниндзя, допрыгался ты. Все, получай. Теперь мне нужно на ту сторону. И эти все звездочки и все две штуки теперь мои. Так, прыгаем вот сюда. Получай, вот это мы метко ему прямо на голову. Вот так вот, бам, и прилетели. Ну что ж, поехали дальше. Так, так, так. Тут ничего не будет интересно. Ай, что? Как ты смог это сделать? Кто тебя этому обучил? Какой-то учитель карате, что ли? Ай, сенсей, а ну-ка иди сюда. Бам. Так, что? Он снова меня смог ударить? Ха-ха. Все, ребята, мы смогли его придавить. Так, теперь нужно мне запрыгнуть вот сюда. Вот эту палку. Так, а звездочку кто будет забирать? Я, конечно же. Так, раз, два, все звездочки мои. А, вот тут, конечно, опасно, а то зомби так и задавит. Леп. Клубничка, улыбается мне клубничка. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Уху, получай. Ты чё мне язык показываешь, зомби?
Ой, ребята, какие они смешные. Так, ну мы тут прошли небольшой уровень. И, ребятки, на этом остановимся. Передохнем с красным шариком. Три ниндзя сразу! Ого, еще и здесь! Нам нужна для этих дел пила! Ха! Двоих мы сразу разрезали. Так, а с этим я справлюсь сам. Ну ладно, ладно. Вау, это же босс, ребята! Что? Ты чё такое? Всем привет, ребята! Меня зовут Спуди-Дуди-Ду! Посмотрите, кто это тут бегает! Бабах! Это же красный шарик, который давит зомбачков! Представляете? Зомбачки захватили лес! Смотрите, на деревьях начали вырастать какие-то непонятные овощи, которые посадили зомби! Они тут все, ребята, заражают! Так, а ну-ка! Получайте. Язык мне тоже показывает. Ребята, специально для вас я спрятал очень интересный секретик. Если вы его найдете, то попадете в следующее видео. Так что пишите об этом в комментарии. Ну а мы поехали проходить шариком, потому что сейчас эта пила распилит меня вместе с бревном. Видите, да? Прям за одну секунду. Оп. Ух ты. А что это ты тут у нас забыл? Маленький воришка. Хочешь клубничку украсть, которая там внизу? Я тебе не дам этого сделать, это моя клубничка. Смотрите, ребята, это обученный мастером зомби, который владеет боевыми искусствами. Ниндзя. Так, кто круче? Конечно же, шарик. Все, ребят, мы с ним расправились, как настоящие шарики мужчины. Так, иди сюда. Зомбачки такие они. Раз, два и готово. Ну, конечно, могут и дать сдачи. Так что всегда нужно быть начеку. Уху! Так, так, так. Чувствую, что что-то сейчас будет не так. То мало ли тут эти зомбачки нам придумывали. Так. Вот один из них тут охранял, да? Ты тут говорил, где тут шарик красный. А вдруг появился? А вот он и я. Все, ребят, мы с ним тоже справились. И теперь катим это бревно. Оп. А ну-ка, подойди-ка. Есть, готово. Раздавили мы зомбачка. Так, все звездочки теперь мои. И осталось лишь запрыгнуть вот сюда. Есть. Кто это у нас тут катится? Маленький зомбачок. Ну, мы тебя освободили от твоих мук. Просто взяли и лопнули. Ой, ты что делаешь? Так. Вот-вот-вот, ребят, он сейчас нас найдет. Нет! Так, успокойся. Ниндзя, что ты от меня хочешь-то, а? Съесть меня, что ли? Так, есть. Отлично. А кто будет забирать звездочку-то? Ну, кто же, кроме меня, это сделает? Раз, два. Получай ты, зомбачок. Так, как-то тут все неправильно. Хотя все довольно-таки хорошо. Что? Как мы умудрились прыгнуть туда, в эту лужу-то, а? Ну, ребят, ну это уже какой-то позор. Ну ничего, наш шарик еще покажет, кто здесь самый крутой. Так, а я успею запрыгнуть? Эх, успели, ребята? Как это мы успели? Язык мне показываешь? Эх ты, злодей. Нехорошо так делать. Ой. Хая, какой хая, иди сюда. Зомбачок. Получил ты. Теперь останется лишь вот сюда. Взять. Ой, чуть палку не сломали, что ли? Так, ну ладно. Взять нужно нам это бревно. Это уж точно. Залезть на него хотя бы нормально. Так, ну-ка. Да что ты будешь делать? Все, залезли на бревно. И теперь можем его сюда бабам. И придавить этого маленького зомбачка. Просто замечательно. Так, вылезла эта штука. Теперь на эту кнопку. И прыжок. Вау. Все, ребята, мы прошли этот круг страшных испытаний. И на этом мы, ребятки, закончим. Продолжение вы увидите на моем канале, оно будет сразу после этого видео. Так что просто кликни и...